Всем привет! Сегодня а, мне задали там такой хороший вопрос А что а, с орхидеей, которую я реанимировала лежа? И я вот хочу показать эту орхидею Значит в двух словах ее история Я купила ее в интернете Она пришла, я ее покупала цветущей Она пришла с, с большим с красивым цветоносом Это орхидея жарптица У нее такие большие красивые розово-фиолетовые цветы Но она пришла вся полностью с гнилыми корнями вот они были гнилые, висели там где-то на ниточках, в таком мокром э, мху полностью. И мне пришлось их все удалить, а орхидею реанимировать. Это вот старый цветонос. Мне пришлось удалить старый цветонос, потому что орхидея б не выдержала. Э, листья были вот такие бестургера. Как были, они так и остались на сегодняшний день. Что произошло за полгода? Я ее реанимировала разными путями. Самым успешным оказалась реанимация лежа, то есть когда орхидея в таком лежачем положении, внизу перлит влажный там, с керамзитом, в такой банке я обрызгиваю, и орхидея начала, она была внизу каким-то корешком одним, и она начала наращивать корни. Наращивала, наращивала, но она в то же время наращивала и цветонос. И вот она его растила-растила. Когда она его дорастила уже где-то до такой величины, мне пришлось ее поднять, потому что уже было неудобно. То есть она лежит поперек стола и как бы мешает другим орхидеям. И корней уже было как бы достаточно, было несколько корешков, есть видео, где я показываю. И я решила, что уже можно орхидею перевести в вертикальное положение. Перевела. Перевела в вертикальное положение, но. Орхидея дальше корни растить не стала новые. А те, которые она уже успела нарастить, они все равно оказались подвержены вот этой же черной гнили, с которой орхидея была. Я ее обрабатывала фундазолом и не один раз от корней, от этой черной гнили корни. Но это не очень помогло. И вот корни ее, вот такие вот те она нарастила, они в таком были как бы хорошем состоянии но вот так вот она их закуклила этот вообще тоже пострадал корешок это еще от старых там корней что сказать как бы реанимация прошла успешно корней было много но в то же время орхидея не смогла их удержать и я их тоже не смогла удержать потому что из-за этой черной гнили. Может быть это из-за того, что орхидея наращивала вот этот цветонос, то есть она все силы бросила на него. Я решила его сегодня удалить. Почему? Потому что толку из него не будет никакого. Вот она его дорастила сюда, сделала какую-то развилку здесь, потом одну часть отсушила, пошла расти дальше. Ну, то есть это уже больше чем полметра, я не знаю сколько тут сантиметров 60, наверное. Дальше она сделала очередную развилку. Потом она вот эту часть уже третий день как начала отсушивать, и дальше она опять сделала вот здесь вот какую-то развилку. И, ну, в общем, я приняла решение его отрезать, потому что иначе ничего хорошего из, из этого все равно, из него ничего хорошего не будет. И вот за последние 10 дней она раскуклила один единственный корешок и стала его растить. И поэтому я решила, что, наверное, орхидее все-таки надо помочь и вот это вот отрезать. Не знаю, помогла я ей этим, то есть, или э, как бы она начнет растить еще один цветонос. Ну, будем посмотреть. За эти полгода она отрастила еще один э, хороший листик такой, он был хороший, потом на нем появилось вот такое вздутие даже не могу сказать что это может быть даже солнечный ожог но я не держу орхидеи на открытом солнце я притеняю окно но так вот появилась вот теперь я это место среза обработаю перекиси не очень хорошо намочилась сейчас я ее так вот положу вот это вот то, что вы видите здесь, это стоит разведенная янтарная кислота. То есть я собираюсь эту орхидею сегодня купать в янтарной кислоте. Считаю, что янтарная кислота вот очень хорошее средство для реанимации орхидеи. И не только для реанимации, но даже и для того, чтобы просто Протереть листья орхидеи и поливать, ей поливаю янтарной кислотой. Не очень часто, но поливаю иногда орхидеи. Так, еще я хочу здесь ей удалить некоторые. Где-то тут я видела такой вот совершенно гнилой корень. А, вот он. То есть, вот эта гниль, с которой она пришла, она никак не уходит. И очень трудно с ней броться Ну вот так вот, я ее так оставлю и пускай она купается в этой в теплой янтарной кислоте. Вот это одна из реанимашек. Она, я ее подержу так, ну долго и полчаса и час, пусть себе лежит. Вот корни у нее слывают, потом я переверну ее другой стороной. И будем реанимироваться дальше. Теперь у меня есть еще одна реанимашка, которую я реанимировала. Вот так она стоит. Которую я реанимировала листьями вниз в воде. Она вообще категорически не хотела. Я ее растить корни. Это из трех орхидей, которые мне принесла соседка, две орхидеи оказались удачными, хорошо а, отозвались на уход и растут сейчас обе орхидеи. А вот эта вот орхидея, она никак не хотела, а вот, плесневеет, она никак не хотела наращивать корни, ни в какую. Ни в какую не хотела. Старые корни отсохли, отгнили. И... Мне пришлось ее с оставшимися двумя там листиками, и она тоже корни не отращивала, а отращивала только листья. Мне пришлось ее двумя оставшимися, было два хороших таких листка, поставить листьями в воду. Очень долго она стояла, в конечном итоге она вот выдала один единственный корешок, но листья эти полностью пожелтели и сгнили. И вот я ее поставила, она там стояла в этой вот баночке, Внизу, там где-то внизу налита водичка. Но ну, толку с этого никакого не будет. Вот она присневеет. В общем, я пришла к выводу, что вот такая орхидея, вот такого типа орхидея, которая как бы жить не хочет, умирать тоже не очень хочет, толку с нее не будет никакого. Вот из нее уже хорошей орхидеи не будет. Даже вот у нее есть этот корешок. Даже вот она так вот тут стоит. Ну, вот это вот у нее уже осталась какая-то эта сердцевина. Я думаю, просто у орхидеи нету сил. Нету сил выращивать эти корни, не из чего их выращивать, потому что уже как тела как такового практически нет. Ну, вот я ее тоже положу сюда, и пусть она там себе плавает в этой янтарной кислоте. Поможет или не поможет, это уже второй вопрос. Закончили мы свое купание в янтарной кислоте. Вот я ее слила сюда, янтарную кислоту. Завтра вылью цветы с утра. И орхидеечку, жар птицу я поместила назад в ее вазу, в которой она и стояла. Цветонос остался здесь лежать. Набросала я туда пеноплекса. Она так и стояла, в общем-то, в этом. Там внизу водичка, которая она там касается этими старыми такими корнями там немножко видно буду надеяться что все-таки она выживет окончательно поскольку она уже полгода пытается выжить то есть орхидея сильная орхидея с таким жизнелюбием и надеюсь я что в конечном итоге все-таки она нарастит Хорошее количество корней И может быть ей удастся выжить Окончательно И удастся мне уже Увидеть еще раз И не один раз ее цветение Потому что цветы у нее очень красивые Такие большие розовые С фиолетовым Где-то у меня есть фотография Вторая орхидея Которая наращивалась Листьями Корни листьями в воде ну тоже наплавалась и э, очень интересно, что я вот здесь вот заметила такую маленькую-маленькую зелененькую пупочку. То есть, возможно, это идет второй корешок. Ну что ж, дадим ей шанс этой орхидеи проявить себя. Может быть, ей тоже удастся выжить. В конце концов, это была большая белая орхидея, которая даже цвела, но у которой все корни погибли. И пришлось поэтому ее реанимировать листьями в воду. Какой можно сделать вывод? Вывод такой. Если вам надо реанимировать орхидею, и у нее есть хотя бы какой-то один там такой корешок или два, то лучше метод положить ее и корешками туда закопать во влажную среду. Если совсем нет корней, как у меня было с этой орхидеей, то есть она вообще, корни отгнили, которые были, я ее получила реанимашкой, корни отгнили совершенно, остались только листья, мне пришлось ее перевернуть кверх ногами, потому что не было ну, ни одного, даже малюсенького корешка, которым бы можно было ее закопать в этот э, смесь перлита с керамзитом тоже можно так наращивать корни орхидеи реанимировать ее но мне э, этот метод как бы если есть возможность использовать метод лежа это лучше если нет уже возможности ну тогда будем помещать корнями в воду потому что вот эти листья которые были в воде сами понимаете они пропадают то есть орхидея ими э, питается орхидея из них пытается построить свои корни, ну и в конечном итоге она их теряет. И поэтому остается вот такое вот малюсенькое что-то. Ну, буду надеяться, а вдруг все-таки эта орхидея выживет. Вот. Поэтому, поэтому на этой такой оптимистичной ноте я заканчиваю показ своей как бы, основной тарени Машки орхидеи жар птица которую я очень хочу, чтобы она выжила, очень хочу, чтобы она дала корни. И поэтому буду надеяться, что все-таки это произойдет. Ну а вам всем я желаю хорошего настроения, хорошего дня, бодрости, здоровья. Приходите ко мне еще. Всего доброго!